Итак, что нам понадобится для этого фокуса? Для этого фокуса нам понадобится... Вот. Вот что нам понадобится. Нам понадобится обыкновенная колода карт, обыкновенный король пик, обыкновенный туз крести и еще один туз крести гиммик. Вот, как его делать? Берется туз крести с другой колоды. Вот. А также берется твердый ластик, им стирается вот эта вот хрень. Вот, крести. Берется маркер и им пишем тут на середине вот, какую-нибудь любую карту, которую вы выбрали. Вот. Можно брать любую, можно любую карту брать. Вот. Абсолютно без разницы. Этот фокус, кстати, я придумал тоже сам. Итак, берется колода карт. Берем, кладем обычно туза крести сюда. Потом туза крести гиммика. И потом короля пик. Вот. Показываем зрителю почти что всю колоду. Вот эти последние три карты, конечно, показываем, как и обычно. Вот показываем. Теперь что абсолютно обыкновенная колода карт у нас и спереди, и сзади. Сзади можно полностью все показать. Так, потом наснимаем колоду. Ставим ее на брейк. Вот. Вот так вот. И потом просим зрителя сказать любому месяцу. Где бы зритель ни сказал, мы снимаем с брейка. Все знают эту схему уже. Пойдем наверх эту часть. И снимаем вот этого короля пик как раз. Зритель запоминает его, может подписать. Вот, потом берем. И говорим, что убираем куда-нибудь в колоду. На самом деле берем короля пик и убираем вниз колоды. Вот сюда вот. А, кстати, лучше, конечно, если подписанный будет. Вот, потом говорим, что берем любую карту какую-нибудь. Делаем двойной подъем. Поднимаем, показываем, что это у нас туз крести обычный, да? Потом переворачиваем, берем уже одну карту. Зритель берет ее в руку вот так вот, думает о своей карте, и потом просто переворачиваем эту карту. И на ней уже появляется надпись «Ваша карта король пик». Вот. Ну и потом говорим, что обычно в фокусах находят карту. И что мы делаем? Мы берем колоду, переворачиваем вот так вот, берем туза крести и кладем вот так вот. И кладем вот так вот на колоду, чтобы зритель не увидел, что здесь у нас лежит король пик. Вот. Ну и потом делаем классическую сменку. Вот это вот, подушечкой выдвигаем карту. Потом вот этим вот местом выдвигаем короля пик снизу. Вот. И потом накрываем им сверху туза крести. Вот так вот. Задвигаемся. Вот. И потом, когда даем карту зрителя, мы вот так вот наклоняем колоду и отдаем зрителю. Вот. Чтобы вот эту карту зритель не увидел. Если вот так вот, то все спалите. Вот. Берете вот так вот. И переворачивайте. Вот такой. Вот такие вот два фокуса. Ставьте лайки, кому понравилось. Вот. Кому не понравилось, идите. Пока.